как такие фендерочки априори. Смотри так. Ребят, в общем, мы здесь надумали все-таки стартануть на этап, но нам не хватает энной суммы денег. Поэтому очень ищем партнеров, спонсоров, кого. Все в последний момент, потому что думали об одном, но это, короче, не получилось. Одна машина не готова, а Lexus готов. Мы, в принципе, готовы на нем сами стартануть. Но нам, короче, где-то не хватает рублей 60. Это чтобы вообще... Ну, короче, мы там на дранках, если сейчас проедем. Но в идеале хотя бы сотку надо. Давайте, может, человек 10. У кого есть какой-нибудь бизнес? Давайте раскулачим ваш бизнес. Есть для вас охрененное предложение. У нас от нашего бодикита Миру готовы передние крылья, передние, задние бампера. Но это те места, куда стопудово будут смотреть, потому что это что-то новое. Поэтому готовы их отдать. Вот так. Но еще можем договориться за двери, крышу, форточки. Это на бургер. Если без шуток, то самая главная цель, которую я, да, ну, со всем этим преследую, это по итогам сезона в турнирной таблице, чтобы не провалиться. Поэтому этапы пропускать нельзя. И если Веста не готова, то надо, короче, ехать на Lexus. Тем более Lexus в боевой готовности, настроенный 800 сил на всех пирогах. Ну, просто тачка с нуля собранная, вся облита, нарядная, красивая, еще и валит. Поэтому, короче, цель — ехать и лупить, и бороться за хорошие места по итогу сезона. Вот план у меня такой, короче. План следующий. Время 1:30 ночи. Я заехал, купил дистопливо, потому что в 5 утра, время сейчас 1:30, в 5 утра Димасик в Детройт-сервисе приедет красить Lexus, заключительные там деталюшки. И вот как раз таки топливо нужно для того, чтобы навалить там печулю по полной, чтобы в 10 утра уже все было сухое, и мы уже приступили к финальной сборке, и в обед выезжаем на развал. Пока план такой, короче. Так, поддержим Остапа, короче. Вот. Drive Racing.